Дорогие зрители, добро пожаловать на наш канал. Друзья, буквально пару минут назад мы узнали, что скончался заслуженный артист РСФСР, советский российский танцор Валентин Захаров. Валентин Захаров 40 лет блистал артистическим талантом в танцевальных номерах кубанского казачьего хора. Причины его кончины не раскрываются. В 1975 году Захаров в составе хора победил на первом всероссийском конкурсе государственных русских народных хоров. Мировая слава пришла к нему в 1984 году после еще одной победы коллектива на аналогичном конкурсе. Заслуженный артист РСФСР также работал преподавателем и заведовал отделом народного танца в школе-интернате для одаренных детей имени Захарченко. Позже он стал репетитором и балетмейстером хора. Отмечается, что Захарова часто приглашали в жюри на различные мероприятия. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.